Куда спешишь? Куда бежишь? Сказал старый грузин и поставил на стол кувшин вина. Не пью, равнодушно сказал он. Я тоже не пью. Если пил бы, водку поставил. А это сок виноградной лозы, немного перебродивший за зиму. Разговаривать будем. Мы будем пить вино, закусывать, смотреть на море и... Спасибо. Я люблю морскую рыбалку. Надо перечитать Горького, Чехова. Они о таких, как я, много писали, подумал он. Да, он был ранний папа, женился в 18, а дочка родилась, когда ему исполнилось 19. Потому что я везунчик.